Так, а что у нас здесь происходит? Вы можете мне объяснить, котики? Котик Чарли. Чарли. Котик Лили. Кошечка Лили. А что мы здесь видим? А мы здесь видим двух голубей. Как бы они тут гнездо у нас не свили в этом вот вазончике. Один голубь улетел, а второй не улетел. Вот сидит. Вот его задняя часть. Лили, ты шпионишь за голубем? Лили, наблюдение за голубем. Лили Пантера, да? Лили, пицца надоела? Чарлюша! Чарлюша! Ты поймаешь голубя? Ты хочешь голубя словить? Как бы они тут яйца не отложили. Лили. Какой взгляд у Лили. Чарлюша! А что ты так далеко сидишь, а, Чарли? Чарли, ты поближе бы сел, если ты хочешь наблюдать за голубем. А где сам виновник этого всего? Вернее, виновница. Так, наверное, надо ее уже прогонять отсюда. Что-то мне это все не нравится. Так, еще у нас тут в итоге есть... В вазоне нету ничего. Но почему-то они туда уже второй раз сегодня садятся. Ладно. Надо будет за этим пронаблюдать и их сюда не пускать. А то котики просто тут окопаются и будут вечно сидеть. Да, Лили? Да, Чарли? Лили. Скоро станет звездой Фейсбука. И Чарли тоже. Да?